Пожалуй, во дворец спорта «Динамо». Из-за дуги. И Оклен Бэмми Джексон точно издали. Посмотрите, разным призером Кубка России, серебряным призером Суперлиги. Ступета классно завершает. На подборе Якоб Чебашек и быстрый отрыв. Тайм-аут возьмет Эртурул Эрдоган. Эртурул Эрдоган, еще раз повторюсь. Каско. Ищет варианты Микульский с обратной стороны. Как рядом с ним Николай Шмака. Заслон Тайуса. Хороший заслон. И Сопин, я бы сказал, достаточно предсказуемую передачу делает. Та превращается в быструю атаку Минска. И Огун Бэмми Джексон с передачей Микульского. Еще на одной паузе. И опять Микульский перехватывает. Микульский как хорош сегодня. И еще два очка. Вот так вот, но бывает. Мотовилова не держит от трешки. Наказывает. Мичан. Недавний встреча. И Мотовилов. И Андрей Сопин. 2+1.